Всем привет, Наталья. А? Всем привет. Привет. Мы едем за бесплатной обувью в другой город. Кирзовыми сапогами бесплатно. За кирзовыми сапогами. Что такое кирзовые сапоги? Я забыла. Потом расскажу. Маша вчера. Напишите в комментариях, что такое кирзовые сапоги. Я, например, не знаю. Молодежь не знает. Нам ехать 15 остановок, это другой город, считается. И стоять в большой очереди. С часу до 5, это уже третий день они выдают эту обувь. Новую. Новую. Мы будем смотреть, сейчас я вам покажу Настю. Настя. Всем привет, ребята. Ты довольна, что ты сюда получишь? Я очень довольна. О чем ты мечтаешь? Да, такие подарки. Ты тоже мечтаешь о сапогах? Да, это Николай, наверное, поздравляю. На каблучке? Выше колен. Люба возьмет такой выше колен. А там так и написано. До бедра. Там написано. Поздравляем наших девушек с рождественскими праздниками. Ничего себе. Это только женские обувь? Да. Да, там только женские обувь. Ну вот, поедем, посмотрим. Вперед не будем загадывать, а дальше включим видео и покажем. Погода сегодня у нас ничего, так солнышко даже светит. Да. Да. Так что, ребята, подписывайтесь и смотрите нас. Будет много всего интересного. А, забыла рассказать. Еще к нам едет кто? Любовь, которая заболела после 4 часов на холоде, как вы видели в предыдущем видео. Она стояла за тафелем. А зря. Она стояла мёрзла и заболела в итоге. Но ее это не останавливает, потому девушка, что она у нас молодая, ничего не боится, будет ехать. Закалённая. Стоять. Тафель такие, да. Так что ждем Любу и включаемся. Мы прибыли. Сейчас. Боже, какой громкий автобус. Сейчас я не знаю, куда нам идти. Мы просто идем за людьми, потому что мы не знаем, где это находится. Позвонили, сказали, что там много народу. Позвонили, сказали, что много народу. Много народу? Mm-hmm. А далеко идти не сказали? Ну там, где мы проехали, туда поворачиваем. Ага, ну идем. Наташа пытается померить. Ну, большие, деревянные. Все, что осталось. А это какая фирма? Тоже Донарис? Донарис или... Да. Вау. Люди бегают, копошатся. Капец, а Люба еще в пути. И зачем она едет? Надо... Даже позвонить не могу, потому что нет этого, связи. Ой, Настя, иди. Блин, такое большое скопление людей, еще аж голова кружится, если честно. Фу, бежали, бежали, что аж коробка упала. Главное, каблук не повредить, аккуратно. Дорогие люди, туфли. А ладно, здравствуйте, ты что? А что, тут коробки не было? А, не хотели. Давай, снова. Ну вот это надо поднять. Пытаемся найти выход. Неси тут две коробки. Сейчас. Запыхались. Курение зло. А? Так, сейчас выйдем на улицу. Может, там связь будет, я ее наберу. Наташу потеряли. Наташа, кто? Мы оставим. Тут роняют рыбы жареные. Наш флаг. Украина. Нашли Наташу. Наташа, мы взяли 3 пары обуви. Да. Как вам? Пары. Она хорошая обувь и удобная очень. Фирма. Но великоваты размеры. Мы взяли для Любы. Я не знаю, как бы, чтобы она не расстраивалась, но... Вы сказали, чтобы она ехала домой? Она не берет. Почему? Она не в сети. 39-й. У нее уже не 38-й. 38-го больше не было. Шо, ну, как бы. Показать разве что. Что там было. Вот. А Славик говорит, ну что там, вы выбираете обувь?
Я говорю, только каблук, говорю, Любовь Степановна мне не подойдет. Он говорит, а, каблук. Говорит, понятно. Ну ладно, говорит. Я же тебе говорила, то, что связано. Не, ну в любом случае, спасибо этой фирме, что она выделила. Ну, были, просто мы поздно хорошо, знали там, об этом. Я же беру обувь. Вот у коричневого, что вам хотела. Угу. Ну там стоял, походу, 38-й, не может быть, что там 39-й, потому что перед этим там не стояли, там стояла именно эта пара. Короче, я беру, и она выхватывает вот эту вторую обувь. А, вторую. Да, и молча уходит. А я же ей останавливаю, типа, говорю, эй, куда, типа, это 38-й. Она молча ушла. Да, я видела. А, нет, а я зачем? Видела. Потому что, видимо, я не знаю, может, девушка там, у нее знакомая стояла, девушка с такой же обувью, не знаю. А, может, она кому-то. Да? Может, нашли все-таки. Просто странно, берут, короче, ребята, берут... Выхватывают рук. Берут, например, 38-й и 39-й и соединяют их, а эти просто остаются. Потому что торопятся и хотят урвать, скажем так, да. Куш. Там девчонки мне показали, что мерили ботинки, или то, может, их были ботинки, я не знаю. Может, были там ботинки. Хотя, я думаю, раздавали обувь, которая не нужна. Это туфли, туфли с каблуком. Но это то, что на складе будет валяться у них годами. До следующего сезона, возможно. Ну, в принципе, туфли эти... Ну, фирму эту я где-то видела. Тамарис, это ж вот это про эту фирму я говорила. Это же у меня туфли. Да? Магазин, магазин Тамарис. Там все кожаное. Магазин. Магазин. Кожаная обувь. Ну, видно, да, кожаная вроде хорошая. Ну, короче. И удобная. Взяли для Любы, чтобы она не нервовала, может, дочке отправят, но не знаю, размер, конечно, не ее. Ну, там темный вроде еще. Не, не дочке ее, ну ладно. Люба будет носить. Лагерь. Так, блин, просто обидно, она сейчас едет, чулка. Больная. Едет больная, тратит... Оденет чулки, оденет туфли. Зачем оно надо сейчас ей ехать больной, да? Правильно я говорю, ребята? Она же не дождалась. Мы договорились. Мы приедем, позвоним ей. Она не дождалась. Ну да. И а теперь у нее не телефон берет. Разрядился, она тут ничего не найдет. Да, нет, так что, ребята, мы идем на остановку и будем, наверное, где-то встречать Любу. А что делать нам? Мы знаем, где остановка? Нет. Ну, сейчас не знаю. Но мы будем сейчас идти по памяти. Включайте свои эти геолокационные моменты. Сюда. Ну, а ты когда шла, ты запоминала дорогу? Я? Да. Да. Сюда. Ну, нам сюда. Сюда. Куда? Направо и направо. Направо. Да, я тоже так думаю. А вы запоминали или вы просто думаете? Нет, я пока помню. Это запоминалось. Начали прямо, а потом еще направо. Курение, втание, зло. Так что все. Что я снимаю, не вижу. А что я снимаю? Все, ребята, мы идем дальше. В общем, Любовь Степановна до нас не доехала и не доедет, потому что она села не туда. И мы уже вышли, поэтому мы ей сказали больше сюда не ехать. И мы уже будем отправляться домой. Так что, ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки и всем хорошего настроения. Пока! Пока! Пока!